Всем привет! Вы на канале Салмар. Как я и обещала, я продолжаю тестировать шампуни и разные средства для волос. Сегодня я расскажу вам о шампуне Глискур Ultimate Oil Elixir. Производитель пишет, что этот шампунь интенсивно питает и уменьшает ломкость волос. Предназначен для сухих и ослабленных волос. Значит, здесь то, что было написано, я перевела, потому что шампунь я взяла немецкого производства. Инновация в восстановлении волос с комплексом жидких кератинов. Новая формула точно восстанавливает структуру волос, заполняет поврежденные участки жидким кератином. Значит, обычно, как кто уже смотрел мои видео, я обычно показывала волосы до применения шампуня и после. В этот раз я решила, так как уже все знают, как выглядят мои волосы, плюс их состояние улучшилось, так как я уже больше месяца пользуюсь разными средствами Глискур, в этот раз я решила просто показать, как волосы выглядят после применения. И шампунь я сегодня использовала не первый раз, я им пользуюсь уже неделю, мою голову каждый день. И хочу рассказать свое мнение об этом шампуне после применения недели. Помыла я голову, они у меня уже немножко подсохли волосы. Расчесываем. Расчесываются они достаточно легко. На расческе волос почти не остается. Ну и вообще я заметила, шампуни этой марки очень хорошо увлажняют волосы, и даже не применяя специальные экспресс-кондиционеры, волосы расчесываются легче, чем раньше, до того, как я применяла эти шампуни. Так, хочу, значит, после использования шампунем рассказать свое мнение, так как я уже пользуюсь больше месяца разными, хочу сравнить и рассказать мнение именно об этом. Значит, волосы у меня идут сами сухие, но на корнях быстро жирнятся. Этот шампунь в этом плане мне не подошел. Они на следующий день на корнях у меня уже жирные, но кончики и сами вот волосы где-то от середины, обычно они у меня сухие, с этим шампунем они мягкие. Вот. Единственное, что еще раз говорю, на следующий день нужно голову опять мыть. Поэтому для тех, у кого волосы склонны к жирности, загрязнению быстрому, этот шампунь, скорее всего, не подойдет. Либо кто согласен мыть голову каждый день, конечно, и кому важнее, чтобы они были мягкие. Но есть и такие люди, которые моют просто каждый день, да, или даже два раза в день, то тогда им подойдет. Я думаю, они не заметят этого. Вот. Поэтому в целом я считаю, что если волосы сухие действительно полностью и на корнях, и на кончиках, я считаю, что этот шампунь идеально подойдет. Ну, конечно, всегда нужно пробовать. Для каждого конкретного человека подходят разные шампуни. Вот. Вот такой вот обзорчик на данный шампунь у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду еще использовать разные средства по уходу за волосами. Всем пока!